Здравствуйте, дорогие друзья! Контакты мамы классников! Я начинаю свой ночной видеовлог номер 722. Да, 722! Большая голова! Поехали, мои дорогие, идем! Так, ставим также на единичку. Так, надо моего отчика Славу принести. Полетить на трубе по пешке. Так вот. Ух! Молоко. Блин, не хватает мне. Сейчас мы будем ужинать роту, конечно, подписчики, да. Слушайте, подписчики, а ведь я могла звездой YouTube стать, подписчики. Всем передаю привет, подписчики, пока ты полетите в трубе, я тебя вытеру посуду, потом я это, там, одну тарелку я здесь оставлю, потому что я буду суп накрывать. Ух. А тем временем у меня два супа осталось, так, поехали. Блин, у меня сегодня планов было только на сегодня. Ой, да, много. Пустая два, офигеть. Я сегодня одна. Тихо, ты на камеру сказал, ёпты!
Тихо, Ника. Ты зачем натыкаешься на камеру, сказала? Ой, вот и ой, Ника. Если она не успела, не успела пить. А, нет, не успела пить. Хорошо, давай. Блин, я же планировала сегодня пятёрочку пойти, но уже все магазины закрыты. Эх. Не забудьте, да я знаю. Ой, мы хотели тюлень вынести, дождь. Ослик Славочка, вставай. Привет, поприветствуем Ослика Славу, подписчики. Так, все, оп. Натекал Ослик Слава даже. Вы же чуть меня подвиг. Ага, тоже. Кто здесь? Два, блин, два сука слава. Тихо. Два сука слава, тихо. Не знаю я. Тут реально два сука слава. Да, тут реально два сука слава.
Славочка, дойди пока. Надя. Чтобы я на глазах папочку открывала. Ага. Да, ничего себе. Ух ты! Папички, я счастливая, смотрите! Смотрите! Да ладно! Нифига себе, я твой счастливчик! Офигеть! Надо позвонить маме. Сказать. Вы видели это, подписчики? Смотрите! Мне в Ёлтине слеза пьянки попалась, подписчики! Смотрите! Смотрите, подписчики! Мне 4 пьянки попалось вместо 2, смотрите, подписчики! Нормально звонить сказать. Давай, скоро на первом звонить сказать. Нормально звонить сказать. Ну, занят. Алло? Ты мне занята? Привет. Да, у меня очень... А, хорошо, хорошо, поняла. Я, короче, сейчас начала ротом себе заваривать, кушать, а там целых 4 заправки попалось. Целых 4 заправки попалось. Да, прикинь, целых 3 вот эти, 3 заправки и 1 бульон попался. Вместо 2 пакетиков положили 4. Хорошо, ага. Не, не хочу вам. Я хочу сказать, что каждый музыкант, каждый артист... Хорошо, ладно. Хорошо. Так что мне три попало 4 штучки. Ага, да. А, поняла. Поняла. Да, да, кстати, забыл сказать, молоко я взяла. Да, сегодня в 8:30 выходил вечером. Да, пока оделась, пока спустилась, 8:30 уже. Пока дошла до магазина, полдесятого уже. На чеке ровно написано 21:20. Я пока до магазина дошла. Ага. Нет, я в нашу Неву сам сюда ближе хотела. Да, там есть, мы молоко было одно по 61. Новое. Новое название, ага. Не, не, другое совсем. Поняла.
ты из отрав пропал, мам. А, и четвертый бульон желтый. Я хочу тебе сказать, ага. Что жизнь такая штука, знаешь, не все... Да, хорошо, да, ага, конечно. Но знаешь, что у тебя есть вот этот храм, эта сцена. Ты там можешь всегда приходить, чтобы помолиться. Ну да, конечно. Это те, кто всегда будет тебя выслушивать. Они всегда тебе дадут поддержку. Ох, хорошо, ага. Поддержку, у тебя очень красиво. Я сейчас Бог запустил ночной. Да, поняла. Мама нашего проекта решила лично реализовать эту практичку. Настя где? Поняла. Ничего себе! Она и гитару знает! Да. Хорошо, пока радость связи. Я тебе сказала свою радость, поделилась с тобой. Хорошо, пока, мама, то потом. Вы видели подписчики? Я теперь крутая, подписчики, смотрите. Подписчики, я крутая. Я крутая, подписчики. Ну-ка. Лей, семей, быстрее, лей. Мои спроси подписчики. Всех нанюхал. Спроси подписчики, не обессудьте. Сейчас я их перевезу, и она уже
Тебе 45? Да. А, помоги спасти жизнь, я знаю, это тоже фонд хороший. О, понял. Да, да, да. А тут межанчик. Ничего себе, тут даже два межанчика. Обалдеть, тут межанчик. Межанчик здесь. Здесь межанчик. Поняла, поняла. Да. 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 Так, пищи, так, пищи, так. Осик Слава, повесим друге. Ой, простите, сейчас. Повесим друге, Осик Слава. Всем привет, с вами Осик Слава. Так, ладно. Балтончик еще раз возьмем. Пользу случаем передал привет Солуновой Ларисе Владимировне. Повторяю, передаю привет Солуновой Ларисе Владимировне. Так, все. Сейчас будем. Сейчас. А сколько? Тихо. Нужно лишь немного удачи. Желаю тебе удачи. Так, ты два один, поехали. Ух. Да давай, а? Да давай. Давай, закрываем. Закрываем. Так, вас. Сейчас будильник позвонит, Нинка. Да, ух ты. Поехали. Пошли, Нинка. Так, пошли в другую комнату пока. Пока тут это. Ну, пошли, как скажешь. В другую комнату пошли. Да, все. Нинка, давай. Ну, давай. Вот так делай. Все так, ага. Ага, отлично. Все. Теперь меня вы увидите точно так. Ох. Мои родители построили
Диктохойки. Ой. Ой, она сейчас меня забанит. И что ты? Ты гайд послал. Нам года. Вот Кость Кулыгин. Вот вам Кость Кулыгин. Ой! Да бог, закрыто было. Ну да, закрыто, ага. Вот вам Кость Кузин. Ухо никто не лайкает. Да. Капец. Ой, нам без полоса нет пить, да? Да. Просто не улыбайся.
Напомню, в этот вторник будет отмечаться день Хэллоуина в Опишке. Будет день Хэллоуина. Ты спела. Да. Супер! Ой, на блед, не так, на зло так делать. Супи! Ладушки! Блин, Нинка! Новогодняя погода, поясная суета, на окраине того сегодня мы. Что за хуйня? Thank you.
не забываем, мы снимаем блог. Да, я знаю. Вещаем блог, вещаем блог, вещаем блог. Ты спать? Да. Так, пойдем. А то это получается не кухонный блог, а комнатный блог. Нинка, ты же сама сказала комнатный. Кухня. Нинка, мало ли, что я сказала, а? Да, не ты. Мало ли, что я сказала, Нинка. Ты людень, постой здесь. Фух. Неизвестно, когда следующий будет блоги кухонные, ничего не известно. Я покажу, пока будет погреться. Ну как? Чайную ложку возьми. Наверное, знаю, я тоже не знаю. Так, достаем пока этих. Так, приправ надо это, он сказал, в комнате свет, да, я знаю. Так, и еще вот этот, и еще конфет. Хорошо. Доказано, а сам не хочет быть.
Хорошо, все, завалился, отлично. Я сказал, что ручей просто какой-то ручеек, и как-то прочувствовал.
потрясающий номер, шикарный фон линия. Ты переживала знаменитое произведение Мадонны, которое знает весь мир, но такого произведения Мадонна не ожидала, я тебе честно скажу. Действительно, в какой-то момент я уже забыла, как это песня. То есть ты пила, куда-то нас унесла из этого произведения, там что-то там натворила, то опять вернула нас. И мы вот так за тобой, ты нас пила своим голосом. Yeah.
Oi. Просить попить не обессудьте. Нинка, включи Сережка с Малогронной военную песню. Да, давай сейчас. Ослик, повиси на трубе, я военную песню включу. Это да, тоже самое, значит, да. Thank you.
дается что-то, что можно не только послушать, а что-то, что можно переслушать, пересмотреть, делается целое, ну, прям настоящее шоу. Невероятно крутой номер, который смотришь и думаешь, вау. Спасибо. Во-первых, мне очень понравилось то, что вы не изменили себя, продолжили эту космическую тематику. У нас в прошлый раз взяли космос, а сегодня космос. Ну, только надо сказать, что вы девочка космос. Действительно, космические вокальные данные у вас все так очень аккуратно. Поначалу все очень нервно, а потом будет просто как далее. Просто вы нас поговорили снова. Я безумно боюсь за нашего финала, как мы будем выбирать, потому что каждый участник, он настолько уникален, настолько он особенный, настолько у него огромный мир, что я не знаю, если что, все менять на него. Yeah.
Спокойной ночи. Я так говорю, что я люблю.
Thank you.
настолько магнетически притягательно это было, то есть слушать одно удовольствие, смотреть на тебя, как ты каждое слово, каждую эмоцию вкладываешь в себя, при этом невероятное волнение, оно понятно, и оно дает тебе еще больше. То есть оно играет плюс в данном случае. Да. Это такой кайф, когда то есть, ты уже своим опытом, профессионализмом, можешь вот так использовать волнение, что еще лучше становится от него. Это невероятный кайф. Просто, ну, браво. Это мастерство. Мастерство. Скажи, а эта песня кому посвящена? Эта песня говорит о безграничной любовью, любви. Просто, я не знаю, даже как это объяснить. Мне кажется, что когда ты делаешь песню, ты говорил, что ты ее отстрируешь с дедушкой. Отстрируешь с дедушкой, потому что он меня вложил в все. И как в песне поется, он меня создал. Он меня вложил в всю свою душу. И эта песня просто спасибо. Потом мы сделали его еще больше. Еще
О боже мой, смотри, сколько нам блогов снимал. Я же могу посмотреть. Сейчас 20 тысяч, оп, ты. Никто все уронило, да, видно. Да. Шаманский обряд. Он же буквально пробивает вибрации души. Уносит их в реальность.
много трясти на сцене. Это может 17 лет. Всего призыва, пожалуйста, здесь публика для вас. Ладно, не падай, стоп. Thank you.
Ну, там тоже аж это взял в научную часть, ну да. Ого, сейчас ты спять уже, ничего себе. Thank you.
Так, сейчас по 12 надо войти. Толпецки вы. Ой, пойдем. Пойдем немножко. Пишите подписчики. Такого. Он такой вечный любим. Супер! Моржик, пошли. Слава, пошли. Это еще не все. Так, ну, может, больше остаться здесь, там же я. Петя на заказ будет спать. А Осик, пойдем. Осик, Славочка, пойдем, мой милый. Боже мой, я еще до конца диван не постелила, подписчики. Извиняюсь. Нам теперь подписчики покажут. Ну да. Маш, кой! Наш кольник! По разным причинам оставили без попечения родителей. Наш кольник! Да я знаю, так, толпец клёп! На сайтах международного информационного агентства и телеканала НТВ. Мы знаем, что вы супер и ждём вас. Смотрите справа, чтобы сделать моментальную ставку или влево, чтобы пропустить события. Как там ставим память? О, Маш Тохой написала подписчики. Мне Маш Тохой написала. Так, Маша Тохой просит передать ей привет. Маша Тохой просит передать ей привет. Маша Тохой написала, передай мне привет. И Маша Тохой передает привет всем подписчикам. Маша Тохой передает привет всем подписчикам.
Я передаю привет вашей дочери. Чё, ох? Так, дальше. Пойдем дальше салфетки. 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 Главное, чтобы опять камера не упала во время блога. Ага, точно, точно. Вас слышал 5 человек. О, вот пипец, а! Пишики, подписчики. Так, опа, пишем, так и слышите. Да где ты выйдешь, так? Выпиты в 23 тысячи. Так, 23. Так, двоеточие. Надо будет сейчас отпустить сумку для центра и туда положить мои... Ой, да, мои карандаши положить, да. Ага. Да ладно! Лука! Тихо! Тихо! Так, все. Нет, положи. Кстати, уклади. Да, конечно. Блин, получается, да. Руководителя направления пресс-службы медиагруппы России сегодня. Ксению Федосееву встречайте. Добрый день. Хочу поздравить каждого из вас с финалом. Вы большие молодцы. Хочу пожелать вам готово. Надеюсь, что эти стипендии позволят вам творчески развиваться дальше и продолжать идти
приглашение от руководителя генерального продюсера музыкального государственного форума Леонида Путина Светлану Митрофанову. Встречайте. Конечно, конечно. И хочется сказать вам, ну, таблетки пьем. Да, конечно, конечно. Передаю привет Маше Токой, передаю привет Оле Скорняковой, передаю привет Юле Плохотной. Yeah.
ваши аплодисменты. Я приглашаю к нам сюда Аню Лорен. Именно с нее мы узнаем, что завоевал второе место. Дорогие наши зрители, дорогие наши участники, вы мои герои уже, вы мои чемпионы. Я хочу поблагодарить каждого из вас за ваш труд. Вы просто невероятные. И я с огромным удовольствием хочу назвать имя этой девочки, которая сегодня покорила наши сердца. Это Таисия Головова! Хочу прямо сейчас вручить специальный приз одному из участников. Он всего желания. Ну, а мама этого участника нам разрешила это сделать. В общем, когда эта девочка приехала на проект, она рассказала нам о своей самой заветной мечте, то, о чем она мечтает даже больше, чем о победе в шоу «Ты супер». Сейчас все узнаете сами. Давайте к нам в студию. Итак, Лена Большинкова. Надеюсь, я не обрублюсь. Тихо, тихо. Да я знаю, да? Не хотела бы она взять, он там алкаш пишет. Ой, да, тоже. Тихо, тихо. Кто подписчик, слышишь, что я? Ага, слышу. Так, все, 20-48. Пишем 48. 48, все. Ничего себе, тебе ничего никак. Давай, стили диван. Стали стили диван. Да, хорошо, конечно. Так, пишем таблетки выпита. Ой, таблетки. Таблетки выпиты. Таблетки. Детки выпиты, давай. Выпиты. Выпиты. Так, в 20. Ой, 25, где? Там магазинчик найти. Ну-ка. Да, я знаю, ага. Все. Тихо. Так, ну-ка. Ну-ка, сдвигай. Сдвигай сюда. Ты им сюда сдвигаем. Ты им говорю, сдвигаем сюда. Далеко. Так, тихо. Ты же выдвинули тут? Да, да, окей. Работает отлично. Установка оборудования в рамках проекта
счастливый именинник сегодня нет. Пусть детям, боярышникам и мягкий и счастливый именинник. Спокойствие, только спокойствие. Скоро на миг марки и зоны. И мы узнаем, что такое цена выжима. В итоге цвету по 12 ноября в Майк-туалетную бумагу слива за 200 миллионов рублей. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Пока. День. Все, пожалуйста.
лет два, лет три, пять раз, пять три, лет четыре, молоко, да, молоко закажи. Молоко надо заказать 5 пачек. Поняла, 5 пачек. Молоко и хлеб надо заказать, слышишь? Так поэтому пачки молока, 5 пачек хлеба. Все поняла? Все поняла, да. Если видео, мы до полуночи провещали. Ага, видео. Так, все. Сюда. Так, мы, короче, сейчас Владимира Соловьева включим. Все, включаем Соловьева. Уненька. Убавь Соловьева. Сейчас он включает заказать. Человек. Ты складывай. Давай, складывай. Больше всего тогда погибло Чечен. Посмотрите, Россия провела мудрость. Не стала обвинять всех, кто проживал в Чеченской республике, что все они террористы, бандиты. Посмотрите, как сейчас публика закрывает Чечен. На фронтах специальная война. Так все, Нинка. Когда-то сюда же допустил даже. Ясно. А, ой. Сталин не учинял из своих командиров, кто они
Поздравляю ГБЛ. Поздравляю ГБЛ. Поздравляю ГБЛ. Пойдем тогда мыть посуду, да получишь, да? Ну да, пойдем. Нинка, надо еще рых разбудить, сказать, что завтра Тань приходит, а то он будет спать всю ночь. Да. Ой, ты наконец сказал, Нинка, верно? Подписчики, напишите в комментариях, кто из вас словил смотр. Сорок пять, давай, все. Ох. Сорок семь? Да, на стримах. 2:12, вы серьезно? Ничего себе, ого. Ой. КАМАЗ подтверждает возможность опасности. Отвечаю.
не забудем этого. Вот мы даже не забудем их еще не более двух тайных житя. Обращаюсь к жителям Северной части Газы города Газа. Ваш окно возможности закрывается. Ради ваших отцов безопасности и безопасности. Это не просто мера предосторожности. Это настоящий жизнь. Это обеспечение безопасности гражданского населения в Газе. Сам говорит на английском языке, не обращаясь к нам. Он обращается к жителям. Может, постой здесь, ладно, зайчик? Может, вот здесь постой на камеру, ладно? Пожалуйста.
Так, все, подписчики. Это будет самый мой большой видеоблог за всю историю моего. Можешь круто, смотри, меня тут его попка повернула. Ой, да, он закрутно, да? Нам надо жили, нам надо жили. Нам жили. Так, сейчас мы посмотрим, посмотрим, видите ли я завтра. Надо все салфеточки, обязательно пройти, ну да, не знаю, своему бывшему тренеру, дай Бог здоровья везде, лобанными людьми и болезни, подписчики. Это мой первый тренер по ЛФК, лобанными людьми и болезни. А еще я передаю привет Татьяне Александровне Чащиной, еще я передаю привет Татьяне Александровне Кашаевне, еще я передаю привет Полине Степановне, еще я передаю привет Полине Степановне из ВКонтакте, еще я передаю привет Насте Глебовой, еще я передаю привет. Перейдите к ней, еще я передаю привет. Илоне Бланевицкой, еще я передаю привет. Так, еще я передаю привет Даше Добыш, еще я передаю привет. Ларисе Шелуновой, еще я передаю привет. Ларисе Барановской, еще я передаю привет. Ларисе Долиной, еще я передаю привет. Александру Бебрису, который из этого учителю иностранных языков. Александр Бебрис, привет вам. Еще я передаю привет.
Так, еще и так, ладно, короче, скорее надо перстни найти твой. Да. Завершить, конечно. Завершаемся. Ой. Пауза. Да. Ой. Балди-балди. Заказом, да. Так, надо затереть это, дура. Да я знаю, Затереть это надо. Да, это надо затереть нахуй. Да, нахуй. Посадить надо. Да ну, что посадить-то, с ума сошла. Что делать-то? Что она сделала? Еще раз давай. Надо сейчас... Спать, блин! Сула!
Да, конечно. Кинем. Да, а? Посмотри, сколько время получилось. 2:30. 2:30? Да ладно, не понимаю. Ни хрена себе, что, серьезно? Да. Да. Ну вот блин. Вот блин, ну как. Ага. Пап, кусок. Пап, кусок. Тихо ты. Тихо, не ругайся, Нинка. Да. 20 минут. Ох, охренеть. Я это не выдержу, честно говорю. Уже полспела, Нинка. Я не выдержу 20, слышу? Да, да, да. Да, Нинка. Я 20 не выдержу. Сорок. Да, давай. Я не выдержу, я сказал. Я не выдержу, нахуй. Да, да. Так, все, заряжайся на острике. Я говорю, Нинка, на острике заряжаемся. Я поняла. 4%. Видео. Закрываем видео. Видео закрывается. Видео закрывается на моем ослике. Все. Всем пока, пока. Ладно. Всем пока. С вами Нина Ирина. Всем пока. Еще раз передаю привет. Пользу случаем еще раз передаю привет Маше Токой. А еще я передаю привет Юле Сидорской. Юле Сидорской, привет тебе. Ух. Так, ладно, видео закрывается. Видео закрывается на острике славе. Всем пока.